Матери, воспитавшие 5 детей, теперь будут единовременно получать 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал Рустам Миниханов. Также президент вдвое увеличил дополнительное вознаграждение женщинам, воспитавшим 6 и более детей. Каждый месяц теряют почти по 100 тысяч рублей. РЖД «Содружество» намерено закрыть остановку 753 километр на маршруте Свияжск-Зеленый Дол. Причина – безбилетники. По словам железнодорожников, в среднем пассажиропоток по этой станции достигает 250 человек. Билеты покупают не больше 80 пассажиров. 46 татарстанцев получили сегодня государственные награды России и Республики. Торжественная церемония награждения прошла в Казанском Кремле. В числе награжденных – учителя и врачи, рабочие, сотрудники правоохранительных органов, тренеры, артисты.